орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени награждены митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, управляющий Казанской епархией Русской Православной Церкви, глава Татарстанской митрополии. Многоуважаемый Владимир Владимирович, задача в Татарстане, как главы Татарстанской митрополии, главная – это сохранение межнационального, межконфессионального мира и согласия. Потому что я знаю слишком дорогую цену, как перенесший Беслан трагедию в Южной Осетии, видел, к чему может привести экстремизм. Это наша главная задача. Вам огромное спасибо. Берегите Россию. Мы всегда также с вами. Татарстан любит вас. Спасибо.